Смертельный укол. В Семенове больная ОРВИ скончалась через 2 минуты после укола, сделанного врачом. Было интересно, что ей сделали, потому что это все мгновенно произошло. Ей сделали укол, и тут же 2 минуты не проходит, она умирает. У нас уже вот этот, как понимаете, как помор идет, вот, наверное, по городу Семенову. То есть уже не первый раз, не первый случай. Я потеряла свою сестру. А если последует смерть и дальше, это, извините меня, ну, это преступление со стороны и фармацевтов, и медиков, и даже наших правоохранительных органов, потому что они нас должны защитить от этих вот бед и несчастий. За последнее время в Семенове это как минимум 3-й случай, когда больной ОРВИ пациент гибнет после препарата, введенного или прописанного врачом. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.